картон, декоративные салфетки и клей ПВА. Все, что понадобится ребятам для создания новогодней декорации. Ничего подобного они раньше не делали. Мы будем делать сказочные домики, используя картонные коробки. И дети научатся работать в технике декупаж. В рамках «Ночи искусств» подготовили несколько мастер-классов. Принять участие в них могут и дети, и родители. Родители будут участвовать в лепке, в ДПИ, привлечь внимание к художественному творчеству. Это раз. А во-вторых, еще раз более плотно пообщаться с нашими родителями. Не всегда и не у всех есть возможность посмотреть, чем занимаются наши дети. А сейчас они могут посмотреть. В школе искусств два отделения – художественное и хореографическое. На обоих подготовили открытые уроки. Педагоги хотят показать родителям, как проходят занятия. Они смогут понять перспективу роста их детей, какие они приходят и к чему они должны прийти. И, в общем, обмен опытом – это всегда хорошо, я так считаю. И для детей это сегодня последний день первой четверти. Мы делаем как бы заключительный этап, выставляем оценки, отпускаем детей на первые в этом учебном году каникулы. Впервые в ДШИ прошла своя ночь искусств. Воспитанники показали, чему научились в первой четверти.